2018 год подходит к концу. Для спортсменов настало время подводить итоги. Открытое первенство по художественной гимнастике прошло в спорткомплексе «Локомотив». Название выбрали символичное – «Снежинки», как символ зимы. Я сюда пришла выступать. Что показывать будешь? Упражнение без предмета, упражнение с мячом и уже сделала показательное. На ковре выступают совсем маленькие гимнастки. Для некоторых это дебют. Первая сдача контрольных нормативов. Девочкам всего по 6-7 лет. Чтобы показать себя тут, малышкам с раннего возраста приходится справляться с трудностями. Сложности всегда есть в спорте, которые нужно преодолевать. Устоять на одной ноге – это тоже сложно. Сделать поворот и не упасть – это очень сложно. Показать все, что умеешь. Плюс надо улыбаться, выразить музыку. А если предмет, еще предмет поймать – правильно бросить и поймать – это сложно. Разновидности ходьбы, прыжки, махи, а главное – демонстрация растяжки и ловкости. Это то, что отличает художественную гимнастику от классического танца. Первенство проходило в несколько этапов. Сначала сдача нормативов, потом – одиночное выступление. Каждый этап разбавлен показательными выступлениями. Алина Петрова занимается гимнастикой с 5 лет. Сейчас девочке 9. Уже есть чем похвастаться. С виду выступление малышек может показаться простым. Но чтобы выучить базовые элементы, девочки проходят через изнурительные тренировки. Сначала мы прыгаем на скакалке, потом разминаемся, тянемся. Встаем на прыжки, работаем повороты, равновесие, дорожки. В этот раз в первенстве приняли участие 40 юных гимнасток. Из них 28 сдали контрольные нормативы. Остальные разделили между собой первые, вторые и третьи места. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.